Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. Сегодня нахожусь в районе Сосновки, на реке Петрица. Пришел ловить с утра, где-то с полседьмого я начал ловлю. Также продолжаю на поплавочную удочку. На одну удочку ловлю то, что я показывал, снасть какая легенькая у меня на уклейку. Продолжаю ловить также уклейку, довольно-таки бодро клюет. Вот. Но вторая у меня удочка стоит на бутерброд, червь вместе с опарышем ставлю, крючочек троечку маленький, ну и соответственно это место уже я закармливаю. При ловле уклейки я место не кормлю, в принципе, если она берет, она и так клюет. Вот, сидел я с полседьмого утра, сейчас время у нас 10:30. Вот за этот период поймал там, в принципе, немного, но уклеечку такое. Довольно-таки нормально, в принципе. Всю эту рыбу уже, всю эту уклейку я пущу в дальнейшем уже не на засолку, а я так посидел, подумал, решил сделать из нее шпроты. Рецепт шпрота я, наверное, выложу в следующем видео, будет моим. Вот, как это готовится, как это приготовляется. По рыбалке. По рыбалке сейчас карась, как я понял, карась или линь, он в терке вместе с плотвой в перемешку. С утра прям здорово, так довольно-таки. Выходил, показывал себя, по кустам терся. И вот на данный момент продолжает тереться, но уже плотва, насколько я понимаю. По кустам, по камышам, везде, в береговой зоне. Ловлю я также на опарыша и на червя. На червя стоит у меня одна удочка. Постоянно объедает, попадается мелкий подлещик, буквально с полладушки, не крупный. Вот, ловлю со дна. Глубина места ловлю где-то 1,70 м, вот так вот, на точке. Сосед тут у меня с правой стороны, утром подходил к нему, когда подходил на это место, спрашивал. У него с утра ничего не было, поймал на одного, то ли подлещика, то ли карася, но такого не крупного, грамм, наверное, на 300, на 350. Больше я у него рыбы не видел, чтобы вытаскивал. Вот, народу, как ни странно, мало сегодня, несмотря на то, что вроде бы выходной, суббота. Вот. Так, в принципе, все. Всем удачи, всем удачных рыбалок. Увидимся.